Мы заходим с вами в апартамент и сразу попадаем в кухню, гостиную с большим плоским телевизором. Кухня полностью оборудована и духовкой, и плитой, и посудомоечной машиной. Есть холодильник, микроволновка. То есть все необходимое для много шкафов, стиральная машина, шкаф еще отдельно есть. И вот такой раскладной диван есть. Много красивых картин висит. Так, это вход в спальню. В спальне большая кровать с тумбочками. Есть стол письменный. Тоже довольно-таки комод. Есть большой гардероб вместительный с большим зеркалом. И здесь и спальня. Вход в душевую. Большой бойлер и душевая кабина здесь. Из каждой комнаты есть выход на большую террасу. Сегодня солнечный день, видно, что на улице солнышко. Мы открываем. Москитные сетки стоят. И выходим на большую террасу. Летом здесь стоят лежаки. И вот они тут сложены. Можно спокойно лежать, загорать, отдыхать после моря. Есть куда поставить и сушилку. Такая своя территория. И мы видим там бассейн. Такая красота.